которое называется, да, оно имеет отношение к Льву Николаевичу Толстому, да, это подлинная история, называется стихотворение «Афанасий Фет», 1861 год. У Фетов скромная усадьба, уют простецкий, без затей и без изысков, что подать бы для двух известнейших гостей. Уж чай с вареньем будет скоро, тем для бесед привычный круг. И право ж, из какого вздора конфликций разгорелся вдруг, и голова, ну прямо кругом, что из-за ссоры той, пустой, теперь хотят убить друг друга. Тургенев и граф Лев Толстой. Но нет дуэльных пистолетов, их нет и не было у Фетов. Толстой промолвил грудь напружа, к чему волынка-канитель? У нас охотничьи есть ружья. Дуэль, немедленно дуэль. Играют желваки на скулах, звучат обидные слова. А Фет, нахоклившись сутуло, подумал, как же с черта с два. Пускай поищут пистолеты и успокоятся слегка два приотменнейших стрелка. Весьма непросто будет это. А вслух сказал он, в самом деле, простите, милые друзья, без пистолетов нет дуэли, без них, пардон, никак и нельзя. Записки разошлем соседям на все четыре стороны, за пистолетами к ним едем, и секунданты нам нужны. Пусть были аргументы лживы, зато остались оба живы. И не случилось той дуэли, чего и добивался Фет, хотя мириться не хотели они 17 долгих лет. Войну и мир, отцы и дети, читая, вспомните о Фете. Мы воспарим, не воспарим, не знаю. Ведь порою с дуру он напечатать мог халтуру, за что друзьями был Карим. Но этот вклад в литературу, и не одну литературу, а в мировую всю культуру, и для врагов неоспорим. Блажен незлобивый поэт, что звался Афанасий Фет. Спасибо.